Оренбург продолжает преображаться. Екатеринбургские художники из проекта «Стенографии» работают над новыми рисунками. Части арт-объектов уже появились на улице Чкалова и юных ленинцев. Так, центр города Чкалова-24 радует появляющимся на здании бумажным корабликом. Автор работы – художник Максим Чукин. По адресу юных ленинцев 11 и 13 на стенах двух зданий уже проясняются изображения двух рук – мужской и женской, которые соединяются в прикосновении. А на Грагандинской 110 совсем скоро появится тропический колибри. В прошлом году в Оренбурге благодаря проекту «Стенография» на стенах города появились 5 стрит-артов. «Читай линии», «Львенок и черепаха», «Ислевший угол», «Сын человеческий» и «Безымянная работа». А в этом году на будке во дворе областной детской клинической больницы появились смешарики. В ближайшее время Оренбург увидит еще 3 арт-объекта. Что именно будет изображено художниками, организаторы пока держат в секрете.